Праздничные выходные. В субботу и воскресенье в Нарьян-Маре отметят День образования Ненецкого округа и День нефтяника. Современная игровая площадка для детей. К праздникам нефтяники готовят подарок и экологическую акцию. Увеличить объем безналичного оборота до 80%. В Ненецком округе продолжается реализация проекта «Безналичный округ». С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. На время празднования Дня округа и Дня нефтяника в Нарьян-Маре временно перекроют центральную улицу. Мероприятия будут проходить с 8 по 10 сентября. Праздничная программа предусматривает различные концерты, фестивали, спортивные состязания, а также красочный салют. В завершающий день празднований будет введено временное ограничение движения транспорта по улице Выучейского на участке от улицы Ленина до Тыковылки. По данным централизованного стройзаказчика, запрет на движение транспортных средств по автодороге будет действовать 10 сентября с 9 до 22 часов. Автомобилистам рекомендуют заранее спланировать свои поездки с учетом временного запрета движения на данном участке дороги. В субботу 9 сентября на период проведения товарищеского матча по футболу между командами нефтяников и сборной Ненецкого автономного округа на стадионе детско-юношеского центра «Лидер» будет запрещен въезд на стоянку с 14 до 18 часов. При этом само движение по улице Выучейского у стадиона будет открыто. В воскресенье праздник начнется в 11 часов с детской программы «Я родился в НАО». С 13 до 16 часов на уличной сцене выступят окружные артисты и творческие коллективы в концертной программе «Сияние Арктики». С 19 до 21 часа для жителей города и округа будут петь группа «Five Star Family» и певица «Максим». Завершится народное гуляние фейерверком на улице Полярная в районе автозаправочной станции. Начало салюта в 22 часа. В течение всего дня на площади будут работать интерактивные и тематические площадки, точки продаж товаров местного производства и сувенирной продукции. Для тех, кто не сможет в этот день побывать на площади Марат-Сей, наш телеканал будет вести прямую трансляцию праздничного концерта с 13 до 16 часов. В единый день голосования в Ненецком округе пройдут выборы глав 4 муниципальных образований, депутатов 9 сельсоветов и депутата горсовета Нарьян-Мара. Всего на территории Ненецкого округа 10 сентября в 8 часов утра откроются 19 избирательных участков. Завершится голосование в 20 часов. Жителям Пустозерского, Андикского, Карского и Омского сельсоветов предстоит выбирать главу и депутатов поселкового совета. Избиратели Амдерминского, Великовисочного, Коткинского, Тиманского и Хаседахарского сельсоветов выбирают только депутатов. В Нарьян-Маре выбор предстоит сделать жителям Центрального избирательного округа. Они примут участие в голосовании за депутата городского совета. Обеспечивать охрану общественного порядка в период проведения выборов будут сотрудники правоохранительных органов. Населенные пункты округа, где отсутствуют участковые уполномоченные, дополнительно направлены представители силовых структур. Как нам рассказал заместитель начальника окружной полиции Вячеслав Власов, на охрану общественного порядка планируется задействовать 35 сотрудников управления с привлечением сотрудников Росгвардии, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. С 8 числа они приступили к охране избирательных участков в круглосуточном режиме. Все сотрудники обеспечены ручными металлодетекторами для осуществления безопасности. Также сотрудники окружной полиции будут обеспечивать правопорядок во время празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Для этих целей планируется задействовать свыше 50 сотрудников управления с привлечением Росгвардии. По словам Вячеслава Власова, окружная полиция полностью готова к осуществлению правопорядка. Нефтяники проведут в Нарьян-Маре экологическую акцию. Компания «Зарубежнефть. Добыча Харьяга» готовит в столице Ненецкого округа экологическую акцию, приуроченную к празднованию Дня образования округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Нефтяники высадят деревья и откроют новую детскую площадку в Нарьян-Маре. Площадка и зеленые насаждения будут располагаться между домами 31А и 33Б по улице Ленина. Как отметили в компании, работы по благоустройству территории завершаются. Устаревшие конструкции демонтированы, ведется установка современной игровой площадки, замена покрытий и ограждений. Дополнительно будут установлены новые лавочки и урны. Сооружения прошли предварительную проверку и соответствуют действующим нормативам. По окончании работ все имущество и документация будут переданы городу. В ходе экологической
экологической акции будет посажено 41 дерево и 45 кустарников. Как отмечают участники Харьягинского СРП, в этом году социальный проект посвящен Году экологии в России. Компании, занимающиеся освоением Харьягинского месторождения, давно стали надежными партнерами округа в реализации проектов в социальной сфере. В очередной раз видим результат наших совместных усилий. И я благодарен коллегам-нефтяникам за вклад, который они вносят в развитие региона, отметил глава Ненецкого округа Игорь Кошин. В далеком 1802 году, в самом начале 19 века, императором Александром I было создано Министерство финансов в России. Это событие произошло 8 сентября, и с тех пор в этот день свой профессиональный праздник начали отмечать все финансисты страны. Сотрудники профильных госучреждений, банков, страховых и инвестиционных компаний. По праву это одна из самых важных и серьезных профессий, требующая от ее обладателей умения прогнозировать, анализировать риски, сохранять выдержку и спокойствие в сложные финансовые времена. Такими в последние несколько лет они стали и для финансистов Ненецкого округа. По словам главного финансиста региона Татьяны Логвиненко, первое, что предстояло сделать команде профильного департамента в прошлом году, не впасть в панику при мысли, что бюджет Ненецкого округа недополучит 6 миллиардов доходов, а дальше кропотливо работать, расходовать эффективнее, экономить, финансировать в первую очередь самые необходимые направления – зарплату бюджетников, социальные выплаты, здравоохранение и образование. В прошлом году округ впервые взял кредит и продолжает кредитоваться сейчас. Но, несмотря на это, финансовая ситуация в регионе стабилизируется. Я считаю, что справились. Оценку, конечно, даст народ, но со временем это история. Но трудно было прежде всего губернатору. Я благодарна ему за ту защиту, за ту поддержку, которую он оказывал не только мне, всем финансистам, я имею в виду всему департаменту. Я хотела бы поздравить с праздником Днем финансиста, сказать, что это непростой труд. Поблагодарить за этот непростой труд. Это действительно очень серьезные, ответственные сотрудники. Это отличает их от других. И поблагодарить за работу финансистов, не только которые сейчас работают, но прежде всего, которые сейчас на посту, те, кто были ветеранов финансистов, кто к нам сейчас даже приходит и помогает. Спасибо им. В регионе продолжается рост безналичной оплаты товаров и услуг. Проект «Безналичный округ» запущен администрацией Ненецкого округа и Сбербанком России в марте 2015 года. Его реализация должна позволить перевести практически все торговые и сервисные предприятия региона на безналичную систему оплаты. Это позволит жителям сельских поселений расплачиваться за услуги дистанционно. В результате доля безналичных транзакций в общем объеме расходов граждан перешагнула 50-процентный порог, что существенно выше среднероссийского показателя в 30%. На территории Ненецкого округа к проекту присоединились Окружной союз потребительских обществ, Севержилкомсервис, Ненецкая компания электросвязи, Ненецкая фармация. Возможность оплаты коммунальных услуг дистанционно появилась у жителей Харивера, Харуты, Омы, Великовисочного, Нижней Пёши и Неси. Активно устанавливаются терминалы в сельских аптечных пунктах и магазинах. Как сообщила председатель Союза потребительских обществ Наталья Кардакова, отмечен рост безналичных расчетов в системе потребкооперации в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В магазинах потребобществ установлено более 40 терминалов. В целом в регионе действует более 500 торгово-сервисных терминалов. Объем безналичного оборота в 2016 году составил около 7 миллиардов рублей. Активным участником проекта является Ненецкая компания электросвязи. Жители округа могут оплатить телефон и интернет банковской картой в центральном офисе компании, а также в 9 поселениях. Глава региона Игорь Кошин в ходе бюджетного послания поставил задачу администрации региона увеличить объем безналичного оборота до 70-80%. Чествование профессионалов нефтяной отрасли. Компания «Лукойл Севернефтегаз» наградила и поздравила с профессиональным праздником лучших сотрудников года. Конкурс на самый красивый огород и дворовую территорию продолжается. К соревнованию присоединилась жительница поселка Сахалин. В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности на предприятии «Лукойл Севернефтегаз» состоялось чествование передовиков производства. На торжественной церемонии награждения побывала наша съемочная группа. «Лукойл Севернефтегаз» – это структурное подразделение компании «Лукойлкоми». Это одно из крупных нефтяных предприятий, которое осуществляет свою деятельность на территории Ненецкого округа.
Профессия нефтяников очень сложна, но, тем не менее, почетна. А здесь, на Крайнем Севере, это ощущается, я думаю, втройне. Поэтому у нас работают только сильные духом люди. Я хочу пожелать всему коллективу и сказать спасибо за плодотворный труд, за те выполненные задачи, которые были поставлены перед нами. Каждый год в честь профессионального праздника руководство предприятия отмечает наградами самых достойных сотрудников компании. Среди них инженер первой категории отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Ольга Попова. В «Лукойле» девушка работает уже 7 лет. За личный вклад в развитие компании, добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности Ольга удостоена высокой награды. Портрет девушки занесен на стенд «Лучшие работники». Почему-то после школы захотелось вот именно что работать в нефтяной отрасли. Как-то ну, перспективно, очень этот, ну, захватывающе. Тем более, как бы, север он манит. По старой доброй традиции в День нефтяника также чествуют и детей сотрудников компании. За особые достижения в учебе и хорошую успеваемость ребята получили дипломы и призы от профсоюзной организации компании. В семье Евгения и Марины Бескоровайных сразу две награды. Старший сын Владислав награжден дипломом за золотую медаль конкурса «Мой дневник». Младший сын Алексей получил диплом за участие в конкурсе. Но уже в столь юном возрасте ребята понимают всю серьезность и важность профессии нефтяника. Эта профессия очень значимая для России, потому что все страны используют нефть. В нашем округе много месторождений, и поэтому нам очень нужны работники в «Лукойле». Кем хочешь быть, когда вырастешь? Как папа, в «Лукойле» работать. А кем папа работает? Экономистом. Ну, сложная работа у папы? Наверное, да. «Лукойл» работает на территории округа уже более 15 лет. Компания вносит огромный вклад не только в геологоразведку, обустройство и разработку месторождений региона, но и участвует в социальных проектах. Поздравить нефтяников с профессиональным праздником сегодня пришли первые лица округа, города и Заполярного района. «Лукойл» многие годы являлся надежным партнером округа. Несмотря на сложный минувший год, компания в полной мере выполняла социальные обязательства, которые имеют важное значение для нас. Жители чувствуют и видят поддержку нефтяников в конкретных делах. У компании большие планы на будущее. «Лукойл» продолжит участвовать в программах по повышению уровня занятости населения региона, сохранению образа жизни коренных малочисленных народов Севера, принимать участие в социально-экономическом развитии округа и благотворительных проектах. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается второй окружной смотр-конкурс «Чистое подворье», объявленный региональным отделением Союза пенсионеров России. В полной огородной готовности уже находятся 17 сельских поселений из Верхней и Нижней Пёши, Волоковой, Омы, Хангурея, Великовисочного. В этом году организаторы конкурса ожидают рекордное количество участников, ведь к конкурсу присоединились жители отдаленной Усть-Кары и новые микрорайоны Нарьян-Мара. В одном из них на Сахалине побывала наша съемочная группа. Это из самых любимых кукол, сделан по мастер-классу гном Троша. Вот. У него тоже каркасный рот. Любовь Федорова показывает одну из своих капроновых кукол – сказочного гномика на каркасной основе. В апреле этого года многодетная мама освоила популярный вид кустарного искусства – игрушку в чулочной технике. Теперь они стали главным украшением огорода. На таких кукол приятно не только смотреть, но и держать в руках. Они очень пластичны и наделены выразительной мимикой. Основными рабочими материалами при их изготовлении являются синтепон, капроновые чулки, игла и нитки. Берешь синтепон, в кучу его разрываешь, кучкой его так складываешь, берешь кусочек синтепона, обматываешь его, как бы заворачиваешь, и надеваешь в чулок капроновый. Завязываешь с двух сторон или с одной, и уже иголка, нитка, утяжка. А дальше, по словам Любови, идет самый ответственный момент. При помощи закладывания складок и изгибов на синтепоновом лице мастер придает кукле характер, возраст и даже настроение. Ой, какой классный! У него еще... Ой, такой прям аккуратненький, да? Это каркасный рот с проволоки. Вот, у него еще нет ушей, соответственно, голова еще не пришита. Меховая борода. Ну, это домовой же. А, домовой, да? Да, это будет в будущем домовой. Попросили большого домового сделать.
Такие хранители домашнего очага, по словам мастера, пользуются особым спросом. Вот и домовенка Кузю уже ждет новая хозяйка. В отличие от него, другой домовенок, мультяшный герой Буба, уходить никуда не собирается. Вместе с остальными капроновыми друзьями он поселился на огороде. И уже целое лето радует глаз не только самих хозяев, но и многочисленных гостей. То есть люди приходят, влюбляются, забирают, да? Да, как бы кому нравится, так они могут прямо готовую вот выпросить. И... Ну а куда я денусь? Ага. То есть я могу сделать еще себе, а они где возьмут? Я вообще как бы со школьного возраста занималась творчеством. В школе мы участвовали в разных конкурсах с мамой. Вот и впереди Любовь Федорову ждет новый конкурс «Чистое подворье». Это своеобразный конкурс красоты для приусадебных участков. Его проводит региональное отделение Союза пенсионеров России. Для победы в нем у мастера есть все шансы. Ведь ее огород больше похож на волшебную поляну, где в единой композиции гармонично живут сказочные герои, растут сделанные своими руками грибы и каменные ягоды. Главные украшения территории – капроновые игрушки – точно не оставят равнодушными членов жюри. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.